Заведующий терапевтическим отделением Центральной городской больницы Вячеслав Николаевич Грицай показывает палаты и кабинеты, где старые деревянные рамы были заменены на новые, металлопластиковые. Не просто это как-то эстетично выглядит, но очень функционально, но старые рамы рассыхались. Вот в первую очередь спонсоры поменяли в палате для инвалидов участников войны. Главное, тихо, да, это все. И не дует. В основном сквозняки по зиме. Люди лежат пожилые, больные. Много не надо, небольшой сквозняк и сразу заболевают. Ремонт в терапевтическом отделении проводился 5 лет назад. Тогда предприятие МС подарило 40 тумбочек в палаты и кабинеты, несколько столов. Но время идет, и в негодность пришли шкафы. Ну это вообще, можете представить, это где-то, наверное, 50-х годов, вон шкафы. Ну, вот такие, они уже разваливались, дверцы не держались. Один вообще уже был без дверцы, ну, то есть не подлежал ремонту. Теперь в кабинете медперсонала новые шкафы для верхней одежды и для рабочей. Это комната, в общем-то, раздевалка медперсонала здесь. Ну, условия были не такие хорошие, когда старые шкафы были, все. Сейчас это тоже удобно, функционально. Приятно, что на предприятии МС внимательно отнеслись к просьбе медиков. И не просто подарили столы, но и переделали их. Вот специально по заказу делали, чтобы удобно было тут и разложить и бумаги, и все. Не просто стол вот такой, вот, именно функциональный такой стол. Обновилась и такая вот мягкая мебель, это стулья МС нашего новошахтинского производства. Санитарные нормы тоже выдержаны. И не только они эстетичные, но и удобные, приятно сидеть. Особенно, когда сутками сестра приходит, необходимо и за столом проводить, и с документацией работать. Мы побывали в отделении накануне профессионального праздника медицинских работников. Хотелось бы поздравить всех медиков с нашим профессиональным праздником, Днем медицинского работника. Пожелать крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, плодотворной деятельности на поддержание здоровья, укрепление здоровья жителей нашего города, успехов во всех начинаниях, в своей работе. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать искренние слова благодарности людям, спонсорам, которые постоянно оказывают всестороннюю помощь для улучшения условий пребывания в отделении. И эти слова благодарности не только от сотрудников отделения, но и от жителей нашего города, которые проходят здесь лечение. Очень приятно называть имена этих людей. Это Ушанев Юрий Владимирович, Марков Владимир Сергеевич, Багутин Евгений Александрович, Дерюгина Надежда Соломоновна, Кузнецов Владимир Тимофеевич, Родионов Эдуард Николаевич, Гроднянский Виктор Михайлович, Кириченко Владимир Викторович. Спасибо большое этим людям за ту помощь и поддержку, которую они оказывают здравоохранению нашего города.